Новые чудеса из пластилина, всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Геймс! Мы сегодня вам показываем очень много сцен, а вы напишите в комментариях, угадаете ли вы. Да. Кто первый напишет, сразу же, кто первый угадает, сразу же пишите. Так, давайте догадаемся, попробуем догадаться, что это за первая сцена из какой-то игры. Судя по полу, это Poppy Playtime 2. Да. Посмотрите, и здесь в углу стоит огромный камень. Друзья, на над которым сверху висел телевизор. Интересно, повесит у него или нет. И сейчас мы узнаем, что это за сцена. Я даже знаю. Лера догадалась. Лера, не спойлери. Ребята, кто догадался, сразу же пишите нам в комментариях, что это за сцена. Потому что сейчас это станет уже точно понятно нет, всем. Я вам просто скажу. Потому что Лера вам не выдержит и скажет. У Леры же, как обычно, ничего не держится. Вот это она постоянно это спойлерит. Это мой один из моих любимых персонажей. Да, это один из Лерных любимых персонажей этой игры и всей этой истории. Я думаю, каждый уже догадался, что это Папа Длинные Руки. Папа. Я пошутил, ребята. Ни в коем случае мне не верьте, это не так. Это, друзья, сейчас вы поймете, кто. Сейчас еще одну деталь наденут. Да, вот, посмотрите. Я же говорил, Папа Длинные Руки. Да, папа! Усы, все как у него. Ребята, это на самом деле не так. Это, Лера, говори, кто? Пиджей Пиллер! Пиджей Пиллер из третьей игры от мамы Папа, Длинные не Ноги. Папа, не подождем. Не подождем, уже не подождали. Уже все про спойлеры. Да, я думаю, ребята уже и сами догадались. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Сегодня очень много классных сцен. Спасибо каналу, который лепит такие шедевры. Ссылочки будут на него в описании. Молодцы, ребята. Так. Она такая милаха. Интересно, а как он сделает длинный хвост вот этот и все гусеничные лапки? Зубы, друзья, очень тонкая работа. Посмотрите, у него специальные инструменты. Потому что такие вещи из пластилина сделать руками без инструментов очень сложно. Это очень тонкая работа, потому что размер этой комнаты, друзья, я не знаю, как две ладошки человека. Посмотрите, насколько его руки больше этой собаки-гусеницы. Головы. Да. Шерсть. Смотрите, как классно, как натуралистично и как здорово подобраны цвета. Да. Прямо как в игре, один в один. Это будет ушки. Большая грива. И сейчас мы наконец-то приступим к изготовлению туловища и лапок. Так, ребят, смотрите новые серии на Валерика и Геймбокс, наши новые каналы. Ссылочки в описании, друзья, переходите, подписывайтесь, поддержите нас. Так. Это туловище. Да, это какая-то туловище размазня. Странно. Может быть, в целом оно будет смотреться в общей композиции как-то интересно. Но кто помнит, были ли у него такие вот щетинки-острюшки у гусеницы? Были, друзья? Были, по-моему, это как волосы. А, как ее шерсть. Это же гусеница не простая, а шерстяная. Мы же Папа! Посмотрите, как классно. Это же Пиджей Пиллер! Пиджей Плаген Пиллер, класс. А что Плаген? Ну, как, ребята, полное название этого персонажа и этой игры в «Маме длинные ноги»? Напишите нам в комментариях. Вот, смотрите. У него же тело круглое было. Вот сколько он сделал таких запчастей ее тела, чередуя фиолетовый с синим. Ребята, класс. И каждый с пупырками. Какой труд колоссальный. Мы вам показываем ускоренно. А на самом деле это нифига себе работы. Ага. Вы представляете? Сейчас еще небось ножки сделает. У него же были ножки в сапожках. Кто помнит, друзья, по игре? Так, не, ножки не сделает. Да их там не видно. А нет. Сделает, ребята. Ножки, класс. Ну, только передние. Не, надо все делать. Как это? Все делай, парень. Да, он делает все. Причем располагает их, смотрите, одна противоположность другой, как она бежала. Она же точно так же и бежала за нами. У нее ножки были все в разнобой, что попало, как попало. Помните, друзья? Она даже такая просто, одна нога там, другая вот тут, да. И вторая вообще и вот так. И плеер с двумя ладошками пришел. Такой. По-моему, классная композиция. А вы напишите, какая композиция вам сегодня понравится больше. Обязательно в комментариях. Сегодня очень много интересного. Поддержите нас лайком. И досмотрите до конца, конечно же. Так. PJP. Классно, ребята, спускаются с камня. Надо было еще телек подвесить на стену, как в самой этой игре было. Здоровски. Было бы получше. Кирпичик даже, друзья, разноцветным покрашен. Это просто вау. Это настолько тонкая работа и настолько с любовью сделано. Просто вау. Погнали. Ну, сразу это же. Сразу. Лера сразу догадалась. Ребята, кто догадался, пишите.
что это будет за сценка? Подырка можно понять. Подырка можно понять. Лера говорит, подырка. Ребята, вы поняли подырка? Например, подырка. Я сразу понял. Настолько узнаваемо сделано, друзья, что тут не понять невозможно. Так, ставят флаги. Хайлайи примагниченные на друг друге. Чего примагничены? В руки у него примагничены, по-моему. Как они примагничены? Они просто прилеплены. И будем сейчас делать много кого. Желтую киси-миси. Желтую киси-миси. И куда мы ее вставим? В дырку. В дырку. Торчит. Насыпем пшена, курочки сейчас придут, поклюют. Ко-ко-ко, идите поклюйте. Как курочки по зернышку. Ребята, это манная каша? Шутим. На самом деле, друзья, это полная инсценировка Вакиваги. Это, друзья, песок. Помните, это какая по счету была? Вторая игра? Да. Где мы должны были попадать руками, ладошками по персонажам. Первую игру мы делали в прошлой серии. Да, ребята, обязательно посмотрите нашу предыдущую серию, посвященную пластилинам. Где мы делали Musical Memory. Там делали Musical Memory, там мы делали мамочку с дробилкой, со шредером. Обязательно посмотрите. Ссылочка будет в конце этого видео и в описании. Киси-миси желтая вообще ржака. Не, она ржака. Почему только она одна именно? А где зеленый, где красный? Где они все? Непонятно. Куда они все ушли? Они, наверное, спрятались. Точно. Они есть. Просто они не показались, друзья. Просто смотрим. У киси-миси нету тела. Да, так бывает. Погнали. Да. Так. Грустно, конечно, но бывает. Кто узнает, что это за сцена? Где у нас отдыхает Хаги-Ваги? Сидит просто, друзья. Просто такой. Да. Я тут просто сижу. Он даже, посмотрите, делает двойную череду зубов ему. По-настоящему, как у него было в игре. Нереально классно и очень круто. Молодец просто. Да. Так, а Хаги-Ваги у нас будет сидеть на стульчике. И что? Он такой развалился, он типа кого-то ждет. Башка. Давайте такая смотреть. У него огромная. Бантик. Класс. Бантик. Даже и бантик сделали. Лапки. Даже бантик. Кто же здесь будет еще? Неужели Хаги-Ваги здесь будет один? Он говорит, хеллоу, я тебе буду кушать сейчас. Да нет, проходи, мой где? Хороший, не расстраивайся. Ой, кися. Кися? Так, у киси глаза на выкате, она очень удивлена. У нее... Она выглянула. А это кто, как вы думаете, ребята, быстрее Поппи. Пишите. Лера, ну что ты спойлеришь? Какая это Поппи? Конечно же Поппи. Какая это Поппи? Это мама, только которая болела в детстве. А, она в окно заглядывает. Короче, наш зелененький плеер пришел найти себе приключения на одно место. Баба, у него баба. С одной стороны Хаги, там Киси, там Поппи. Баба, труба. Баба, что с Киси не так? Где ее тело? Кися выглядывает, потому что. Она же, смотри, специально так сделана, как будто бы она выглядывает. Из-под вот этой двери с ладошками. И как раз у плеера у нашего две нужные ладошки. И Cartoon Cat пришел. Cartoon Cat залез. Ребята. Короче, это праздник всех людей. Это день рождения у Поппи, которая застряла в картине на стене. Или у Киси-Миси, которая без тела. Да, или у головы Киси-Миси, которая, друзья, забыла, где потеряла свое туловище. О, кровать. Это, ребята, будет спальня. Чья же? Давайте. Моя. Внимательно посмотрим. Кто первый догадается, пишите, это спальня Вальдишки или нет. Хаги-Ваги. Хаги-Ваги? Смотрите, там целый газончик. А что в этом уголке будет? А, это дерево? Фигасики! Классная какая комната. Это что это такое за полочка для ключей? Это Пиджи Пиллар, она тут будет ползать по деревьям. А, это поводок, вешать поводки для собачек или что? Да, папа. Так, это будет комната Киси, наверное. Она здесь будет ночевать. У нас Лера еще не совсем выздоровела, поэтому подкашливает. Да. Ребят, простите ее, поддержите лайком. Так, лапки у ставим. Киси. Вот все. Вот, сидит. О. А кто же на кровати? Она нашла свое туловище. Наконец-то, ребята, это прогресс, это же просто вау. Да. Так, прилепили. Она сидит руки. Вот такая. А это кто, как ты мама. Думаешь? Конечно, мама. Такие завитушки могут быть только мамы и у вареников. И больше никого. Что за вареники? Ой, то есть эти, как они, чебуреки. Или вергунчики, вот эти наверху да, такие. Да, папа, что ты мне за фигню тут рассказываешь? Ну что, прям пошутить нельзя. Вы пошутили, я тоже посмеялся. Так, все, прилепили. А почему у Киси-Миси нету реснички, как у мамы длины? Кстати, а что за это беспредел? Где реснички у Киси-Миси? Вы посмотрите. Одеялка. Пластилиновая тоже? Да ладно, не может быть. Оно такое плотное. Это же мостовой червь с дерева спустился. Без моста, но с дерева. Это, наверное, деревянный червь. Папа, теперь мама. Видели? Пикачу в костюме этого котопчелки. Что это такое? Что это за костюм, который не существует в игре? Какой-то, друзья, шедевр странного художника. Папа, а заметили, у мамы длинные ноги не было ног.
Да ладно. Ну да. Она в кровати лежит. Зачем? Ну у нее же мама длинные ноги без ног. Воу, кто это? Луна. Конечно, Луна, но у него кровать хаги-ваги. Ребят, у нас последние прям две комнаты это спальни. В этой спальне ночует Луна, когда выключают свет. Но когда свет включают, у нас Луна превращается в солнце. Ночует Луна, но без ног опять. Ну зачем под одеялом ноги? А солнце с ногами. А солнце потому, что не ночует. Он просто постоит. Солнцу можно быть солнце с ногами. С ногами, но без головы. Логично? Значит, солнце нужно прикрепить к Луне. Тогда будет с ногами и с головой. Тогда все получится. Вот он без головы заходит такой. Говорит, дай голову, пожалуйста. Луна такая, чё? Сейчас темно. Ого, солнце. Ого. Ребята, вы видели, какая голова? Это капец, а не голова? Красивенько. Очень даже мило. И Луна еще рук нет. Короче, я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, картина называется. Это солнышко приветствует Луну, которая заснула. Поппи пришла. И тут Поппи, прям уже готовая. Посмотрите, ребята, какие классные. Часики в форме Фредди на стене. Что это такое? Что происходит в этой игре? И маленькая игрушка Хаги. И кусочек Чики. И Кисси. И Кисси выглядывает. Опять без что туловища. Что это такое? Это все пришли почему в гости. Почему все без туловища? Это просто сон Луны. Это все приснились Луне. Он спит, а ему пришли... И солнце посетить, такое! Посетить все его друзья. Все здрасте его любимые персонажи из FNAF и Poppy Playtime 2. Папа, солнце такое! Солнце встало, Луна, вставай! Луна, вставай! Друзья, Луна такая, это был самый страшный сон в мире. Поддержите лайком эту серию, смотрите все видео на Макс, на Сим, на Плей, на Геймс, на Фэмили. Все наши каналы, ссылочки в описании, Валерий Кэт, Геймбокс. Подписывайтесь, переходите, мы вас очень любим. И стараемся там для вас, у нас самые лучшие. Всем пока!